И снова здравствуйте, всем привет! Blender 2.81 на повестке дня, как сделать именно ретопологию не вручную, но чтобы вот эти вот бойцы или персонаж были максимально облегчены по сетке, да? Давайте рассмотрим первый вариант. Первый вариант, самый наипростейший, это вы закидываете свою модель в Mixamo, потом выделяете, допустим, кости вот эти, ну, закидываете в Blender, конечно. Выделяете кости, жмете Delete, и вот боец вот таким вот образом увеличивается. И, короче, вот так он выглядит. Пока слова найдешь нужные, это черт ногу сломит. Так, удаляю я вот эту сцену. Тройка на NumPad. Выделяем персонажа, жмем или транспозом, или клавиша R. Ну и переносим его вот сюда вот на середину. Теперь клавиша S английская можно уменьшить. Большие они тоже не нужны. И единица на NumPad. Чуть-чуть подправляем. Вот таким вот образом. Shift зажатое колесико можно переносить. Посмотрим теперь сетку. Ну вот такая у него нормальная сетка после Mixamo. Потому что Mixamo там делает свою ретопологию. Вот таким образом. Это вот самая оптимальная, более-менее нормальная штука. И теперь вы можете накладывать сюда кости. Арматура Single Bone. Допустим, S косточки. G просто прикреплю пока к голове. Для проверки. Так, вот это тоже тут лишнее. Delete. Выбираем персонажа. Shift зажатый, щелчок левой кнопкой мыши на косточку. Ctrl-P. Ну, все по прошлым роликам. With Automatic Widget. Смотрим, как чего. Выделяем косточку. Заходим в Pose Mode. Выделяем ее. Жмем R. И вы видите, что она прикрепилась. Персонаж легкий. Сетка нормальная. Все облегчено. Вот такой внешний вид. Так, теперь рассмотрим, как сделать с помощью модификаторов вот это облегчение. Да? Так, этот весит 51 тысяча полигонов. Смотрим, что да как, какая у него сетка. Вот настолько она плотная. Ну, так она выглядит. И давайте упростим еще насколько можно с помощью модификаторов. Выбираем персонажа, находим модификаторы, находим модификатор Decimate. И вот этот вот ползунок, вот этот, уменьшаем прям насколько можно меньше. Так, теперь ставим видимость модели. Ну вот так она стала выглядеть. Low poly, вот такая штука. Вот такая треугольные у нее полигоны. Ну, в принципе, тоже это все дело принимается. Так, apply. Смотрим сейчас, как его примет косточка. Она тоже его примет. И модель вот эта облегчена, если еще чуть-чуть ниже опустить. До 1000 полигонов, 1200-1300 можно опустить ее. В ZBrush, когда вы ее закидываете, там 2-3 тысячи полигонов, но не 25 тысяч и не 45. Уже хорошо. А сетка, говорят, не принимается. Вот эти треугольники в играх как-то плохо, говорят. Ну, в игрушки я пока его не закидывал. Надеюсь, скоро и до игр дойду. Так, G. Поднимаем опять на голову. Выбираем персонажа. Выбираем косточку. Ctrl-P. With Automatic Widget. Вот все принялось опять. Все нормально. Выбираем косточку. Жмем Pose Mode. Выбираем кость. Ну и R. Вы видите, что все работает. Все нормально. Модель крутится. Также кости примутся к пальцам, к рукам и так далее.
Так, еще один рассмотрим Ctrl-Z. Так, единица на нампаде. Ближе, приближу, поставлю сетку. Включаем модификатор ReMesher. Он делает квадратную сетку. Все нормально, но есть, конечно, у него минусы. Вот сейчас, если будем прибавлять, вот на шестерке, смотрим, как он выглядит. И сетка у него квадратная. Вот вы видите, насколько он низкополигонален стал. Ну и есть вот минусы. Какие-то детали надо будет доделывать, где-то что-то заходить, допустим, в Edit Mode и уже корректировать вот это все дело. Так, вот опять выходим. Ну давайте еще немножко его поднимем до 8. Ну вот такая штука. Но вот каска. Есть тут минусы. Вот вы видите, полигонов стало не хватать. Decimate, он более-менее нормально все это дело делает. Ну а так, в принципе, и лицо, и глаза вроде есть. Смотрим, как примет именно косточка вот эта теперь. Жмем Apply. Выбираем Add Armature Single Bone. Косточку чуть-чуть побольше. G. Поставим давайте сюда. Выбираем персонаж косточку. Жмем Ctrl-P. With Automatic Widget. Так, пардон, Ctrl-Z. Ctrl-P. With Automatic Widget. И посмотрим, как он применится, как это все дело будет обстоять. Выбираем косточку. Postmod, кость, R. Ну вот тоже вы видите, что кости все это дело принимают. Тоже как вариант для облегчения именно полигонажа вот этой модели. За этот способ, за этот аддон спасибо автору канала Хака Уайт. Зайдите, посмотрите классные стримы, много нужной информации, которую даже я не знал. Вот за этот аддон именно. Так, смотрим, выбираем персонажа, заходим в Edit преференции, находим Add Mesh OptiLoop, оптимизация лупов, вот этот аддон, его нужно скачать. Если кто-то не знает, где, ссылку могу переслать в контактах. Ну вот вы в принципе в состоянии будете найти, пишите Add Mesh OptiLoop, ну и ставите Blender 2.82, 2.81, ну, в принципе 2 я качал и 2 подходит на 81. Так, что он делает? Заходим в табуляцию в Edit Mode. Вот такие у него именно лупы. Переключаемся на ребра. Вот так все это дело выглядит. И жмем Delete. Вызываем вот эту панель. И вот оптимизация лупов. Ждем. Занимает какое-то энное количество времени. И посмотрим, что да как. Итак, вот вы видите, что сетка, конечно, немного испортилась. Но она, в принципе, облегчилась. Вот такая штука. Сильно, конечно, он не понижает вот этот полигонаж. Я проверял. Так, Ctrl-Z. Табуляция. Если вот так вот понижать регионы, вот эти лупы, то получается у нас сетка будет упрощаться и делаться еще хуже. Полигонаж меньше, в принципе, сильно намного не падает. Вот таким вот образом до 1000 полигонов, 1500-2000, вы навряд ли догоните. Не знаю, может только у меня не получилось. Ну, в принципе, для облегчения модели. Ну вот хороший именно аддон.
Попробуем сейчас на него сделать именно еще Decimate. Может, он как-то в паре работать будет классно. Вот опять поставим 0,19 и посмотрим сетку. Вот сетка опять треугольниками после Decimate. Но самый вот оптимальный вид хороший. Вот. Более-менее подходит именно для мультипликации, для своей, для анимации. Кости ее примут, и можно вот с этим делом работать. Она легенькая, все нормально. Вот тут эта модель сейчас где-то, ну, 1002, так, 1500, ну и максимум, если вот смотреть, где-то, может быть, дойдет до 4, не больше. 4000 полигонов, это вот для анимации нормально, и вы видите, что и ремень нормально выглядит, и подсумки. Фляжка вообще нормально четкая. Патронтаж нормальный. Штаны великолепно. Берцы не испорчены. Вот так все выглядит. Так что вот этот модификатор в принципе можно использовать для облегчения и анимации. Ну вот где-то в таком духе вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.